Всем привет! Сегодня я покажу, как выглядят аптеки в Канаде. Скажу то, что они очень сильно отличаются от украинских. Такого вы нигде не увидите. Аптеки в Канаде очень большие. Но самое интересное, что вы здесь сможете купить не только лекарства, а и продукты. Да-да, вам не послышалось. Заходите вы в аптеку за лекарствами и вспоминаете, что нужно еще купить молоко и хлеб домой. Но не беда, вы все это сможете купить в канадской аптеке. Для меня это было большим удивлением, ведь здесь можно купить практически все. Украшения, одежду, еду, цветы и, конечно же, лекарства. А что вы думаете о такой аптеке?